Университетская клиника проводит социальную акцию «День МНО». Пациенты проверят свой уровень международного нормализованного отношения, определяющего свертываемость крови, и получат консультацию специалиста. Это очень хорошая акция, даже не с точки зрения медицинской, а с точки зрения социально-образовательной. То есть каждый человек должен знать о своем здоровье, особенно не пациент, который принимает серьезные препараты, которые вмешиваются в такую систему, как свертывание крови. Главная цель акции – борьба с тромбозом. Основная категория пациентов, участвующих в мероприятии – это люди с высоким риском данного заболевания. Тромбоз что такое? Это закупорка любого сосуда, артерии. Артерия – это та система, которая несет кислород к органам и тканям. И если мы перекроем кислород, то, конечно же, последствия будут очень печальны. Это может быть и инфаркт, это может быть и инсульт, и любые другие поражения. Пациенты часто не принимают нужные лекарства, так как при этом нужно постоянно контролировать уровень МНО. Акция призвана привлечь большее количество пациентов к правильному лечению. Из года в год аудитория становится, как и хотелось, более целевой. То есть мы работаем сегодня, например, на пациентов, которым это действительно нужно. Там, где есть прием непрямых антикоагулянтов, которые подлежат коррекции, и мы сегодня реально можем помочь эту коррекцию провести. Акция проводится уже 5-й год и возымела свой успех. Только за последний год количество пациентов, проверяющих свой уровень МНО, возросло на 20%. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. We'll be right back.